Ломай! Глиф. Нажать глиф, чтобы засейвить колодец. Да. Если честно, ребята, не знаю, какой тут контент должен был быть в этом видосике, но в теории он должен был быть таким. Мы должны были просто сидеть в дефе постоянно, и нас не могли спушить. Но что-то пошло не так, и мы постоянно стояли в атаке, тем самым апая пуджа и не пуша. Могли закончить игру в любой момент, и что-то, возможно, где-то пошло не так. Предупреждаю заранее, катка очень длинная, 100 с лишним минут, и с необычной концовкой. Но половина игры была максимально скучной, поэтому на любителя. Глухая оборона пошла наконец-таки. Смотрите, что происходит. Просто я такой, не, ну я пошел обратно. Вот такая у нас получилась, ребятки, катка. Фу-фу-фу-фу-фу, ребята. Это жесть. Такую доту я еще никогда не играл. Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксенас, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». Сегодня мы сделаем видосик с глухой обороной. Глухая оборона, что это такое, спросите вы. Это когда мы будем сидеть в дефе, и, конечно же, в теории, конечно же, было бы в идеале, чтобы нам сделали мега-крипов, это все дефить и выиграть. Как это сегодня будет происходить, я, если честно, пока не знаю, но мы попробуем как-то это все сделать, как-то провернуть. Но еще попутно попробуем поапать пуджа до 10к хп. Но это чисто такая бонусная ачивочка, которая у нас будет, так сказать, присутствовать в игре. Поэтому, друзья, пожелаю всем приятного, как говорится, настроения, приятного видоса, приятного просмотра. И посмотрим, что у нас выйдет. И что я хочу забанить? Я хочу забанить Некролайта. Все, баним и поехали. Хорошо. В общем, задача, надеюсь, вы поняли нашу по видосику. Это глухая оборона. И по кайфу инвокеры, рубики, все вот это, баратрумы, омники, все побанили. Я, наверное, сразу фп возьму. Ага, ксина берут, окей. Ксина, хорошо. Сейчас мы подрафтим немного. У нас по пику должно быть так: минер, ксин, пуч, руф. И, по-моему, еще лавстилера мы сюда добираем. Я не знаю, зачем он нам нужен, но да ладно, пусть он будет. Я, честно, не в курсе, че да как. Плана никакого особого у нас не было на такую катку. Во-во-во-во-во, шаман. Шаман на пуш. Хорош, шаман на пуш, это хорошо. Пятый слот. Руфа, бери. Next. Парни, мега крипов же получаем мы. Верно? В идеале. Мы дефаем Т3. Немного рассинхрон. В идеале, конечно, было бы, чтобы мы просадили все товара, а потом дефили дерево. Или тянем тупо. Короче, смотрите. Ребята хотят просто тянуть, я так понимаю. Да, у меня немного план другой был. Я думал... Ладно. Ладно. Короче, смотрите. Какая суть у нас видоса все-таки получается? Ну, что они не смогут найти, зайти на ХГ, типа такой смысл. Да, типа, что они не смогут... Честь, юлти уже не сняли. Чего? Не понял. Сняли все. Играй. Не отвлекайся. Немного я, короче, не понял суть видоса. У меня в голове огромное количество видосов. Мы сидели в лобби и совещали, что лучше будет записать. В итоге решили сделать один видос.
который вот сейчас якобы, но я подумал, что это будет другой видос. То есть у меня есть еще в планах видос, когда мы дефим именно дерево, то есть само дерево, и выигрываем эту катку. А тут они хотят сделать, чтобы у нас был, короче, тупо мега деф хайграунда. То есть с помощью минеров, ксинов и тому подобное. И попутно, кстати, еще и пуджа одевать, и это все затягивать в огромное количество времени игрового. И, ну, чтобы был, так сказать, интерес посмотреть такую долгую катку и посмотреть сам результат, что у нас в целом может получиться с такой игрой. То есть, как бы, ну, вот так вот. Но, на самом деле, видосов очень много в голове, и все это в реализации, на самом деле, очень тяжело будет сделать. Но, в целом, посмотрим, ребятки, как это все будет происходить. Так, на миду у нас будет пак, это Хайскилович, да, походу? Сейчас мы поиграем дотку. Будет сильно меня задрачивать. Но тут, короче, в чем смысл? Мне желательно файтиться, собирать силу. А там уже посмотрим, как пойдет. Интересно, он с шифтом или с арбой? Раньше, помните, пуджа, когда силу за крипов давали? Вот это была классная вещь. Так, давайте, знаете, что сделаем? Вот так вот закушаем. Пойдем прогуляемся. Иди сюда. Прогуляемся тупо. А, ты будешь прыгать туда, что ли? Нет, ну молодец. Хорошо, хп просадили, найс. Он тоже хп просаживает мне. Если бы, кстати, крипчики не подходили, можно было бы нормально подделать. Нормальную тему сделать. Нормальную тему по поводу того, что можно было немного подзадушить поконкретней. Хорошо. Опа, здорово, дядя. Заберу, интересно. Вряд ли, наверное. Не заберу. И на развороте может, да, сыграть. Эх. Понял, чуть-чуть не хватило, да? Чисто чуть-чуть не хватило. Крипов очень много было вражеских. Я нажал атаку и сразу. Улетел в этот. В огромное количество крипов. Мне очень много дэмэджа сразу пронесли. Так, отреконнектился, хорошо, значит, играем. Чуть-чуть не повезло совсем, ну да ладно. Очень много экспы сейчас отдаю. Жалко. Руф мог подсейвить, да, у него было КД, не знаю, куда он там себе, наверное, закидывал. Ну да ладно. Неудачное стечение обстоятельств. Короче, тогда фармим. Это был единственный шанс пака выиграть миду. Это вначале попробовать затушить, но потом уже намного тяжелее это все будет делать. Это почти будет невозможно. Почти невозможно будет, потому что пак это такой герой. Вначале не затушил, потом только с даггерами или под ошибкой какой-то, не знаю. Так, я понял, мне еще хп хотят поснимать иллюзиями. Как же меня любят. Хорошо. Фармим стандартную транквилу. У меня что-то по крипстату 5 крипов, вторая минута. Это довольно-таки мало, но с этим я ничего поделать не могу на данном этапе. Уже в начале немножко не сфартило, уже дальше тяжело будет. Хорошо. Главное, фарм есть, все остальное приложится. Что у него там, батлыга, да? Робо-батлыга, это много. Сейчас по хп просяду, буду умирать. Сейчас стоять на миду, а пока что теперь придется. Надо было сапог себе взять. Я так думаю. Не переагривается, да? Не переагривается, крип бросаю просто. Сразу от зоны идет. Не понимаю, почему не переагривается. Оп, сейчас переагрился. Хорошо. Килочек на лицо. 5-й левел. По левелу очень сильно отстаю. У меня там ката и 2 крипа. Не хватит до 5-го левела. В запасе. Хорошо. Отлично. Хватает на всю комбу. Найс.
Жалко, а мог силу уже сейчас начать собирать, а не потом. Так, Пак ушел, возможно, какая-то руна будет активная. Я Транквилу себе взял, нет, активной руны нету. О, все, найс. У меня тоже дудос пошел. Интернетный. Это мой интернет так работает, к слову. Так, мне нужно восстановить все хп. У него по комбинации очень много дэмэджа мне будет наноситься. Там монетка была, да? Сапожок. Хорошо. Регенимся просто. Будем терпилить. Терпильничаем. Хорошо. О, сбился, найс. Нормально ты вообще, дядя, делаешь. Нормально. Нормально ты, дядя, делаешь. Сейчас могу подловить, кстати. Уже не могу. Эти в ганг какой-нибудь сходим. Я тут все равно стою, АФКшу. Смысла не вижу АФКшить стоять. Где все? У них лес, я так понимаю. У них Леорик лес. Внизу фен. Блин, фена тяжело будет гангануть. И герой тоже. Посмотрим. Может, выйдем. Потупит чувачок. Они соло на соло, да? А, я понял. Они меня уже ждали, стояли. Они меня уже ждали, стояли. Я понял. Круто. Круто. Хорошо сделали. Круто, хорошо, понял. Так, мид всрат. Сразу видно. Низ ганг отличный произошел у нас. Меня сразу встретили, Ксин заруинил хук. Ладно, бывает, ничего не сказать. Вард стоит, какой молодец. Что мне с ним на миду делать, с Паком, я, если честно, не знаю после первой смерти, потому что это уже сейчас будет тяжело. Вард у него в миду еще не упал, но уже должен упасть. Уже должен упасть. Должен, по идее, упасть уже. Шестая минута, как-никак. Хорошо. Он меня будет сейчас задрачить, пытаться на койл ставить и на Элизору. Я вообще ватный, на самом деле, для него сейчас. Ему нужно это время держать. Восьмой левел. У меня седьмого даже нет. Ну, это я еще в ганг сходил, да, ребят? Нету ничего совсем у меня теперь. В ганг сходил, потерял еще левел, еще. И вот так себя в яму загоняешь. По чуть. По чуть в яму загоняешь себя. Скрипами не будет он, наверное, работать, да? Я не буду тут танчить сильно. О, хорош. Как он наглеет. Прям под тавером меня хочет. Ну, я не знаю, тут надо щит, походу, брать. ТП-шку какую-то. Щиты, ТП-шки. Пойдем на топ сходим. Ману возьмем. Погнали. Хорош. Хороший хук закинули. Так, ну у меня маны не будет. Хорош, вот так-то лучше. По кайфу. Найс. Возьмем батлыгу. С батлыгой. Под гангем. Нормально, два фрага, в принципе. Так, куру кто-то в магаз направил. Давайте оставим, пусть магаз идет. Мы сделаем себе курьера, правильно? Чтобы двигаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Вот, девять действий совершили.
Что там у пака? Фрифарм, да? Ну ладно, мы низ хотя бы отгангали, ребята. Это уже тоже хорошо. Низ, вернее, топ. На низ посмотрел. Погнали на топ сбегаем. Еще разочек. Вообще спали бомбы, этот побежит. Ой, крип руинить будет. Но извини, крипы руинят. Крипы руинят, извини, бро. Так, бью. Ага, я понял. Хекс, он размакшенный хекс у него. Прикиньте. Хорошо, хоть так. Шестой левел. 60 маны там. Куда ты идешь с такими хп на руфе? Жесть, его дает. Странная ситуация была. Да ладно. Да ладно. Просто подошел, зафидил. Мне по кайфу. Опасно очень тут стоять, но очень много крипов. Очень хочется собрать все это. Вот этот крайний, все, уходим. Уходим. Хорошо. Так, 10-я минутка. Руну забрали. Угу. Руну забрали. Леорик вот тут 100% фармил. Фармит, может быть, я не знаю. 9-й левел пак. У меня тоже 9-й. Ну, в гангах немного. Немного. Что там мне? Похилят меня? Меня не похилят, да? Хилить меня не очень хотят. Ага, найс, я понял. Варды стоят, да, значит? Окей. Иллюзии. Во, найс. Пошло дело. Немного хп себе восстановим, я думал с руны восстановлюсь. Руны нет. Это еще. У нас даже пака в принципе нечем ловить, пока башеров нету каких-то других кнопок. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Попробуем сейчас что-нибудь сделать, не знаю. Надо пытаться ловить его как-то. Вначале не свезло, все GG. Но надо без даггера попробовать его. Дропни, лис. Хорошо. Погнали, крун. Сбегаем. Есть там в центре? Нет, даггер там появился. Угу. В центре был, вот он. Так. А нужно сейчас что сделать нам? Сейчас он будет возвращаться. Не знаю, что там за руна будет. Надеюсь, какая-нибудь адекватная руна будет. Ну так, хоста еще там. Так не попасть. Не схавать. Хочется на развороте работать, наверное. Надо даггер брать, пробовать с даггера убивать. Я его так не убью. С сайленсит улетает. Все, как бы, ну какой смысл? На лайнах пока что все пассивно, я смотрю. На лайнах пассивно. Шаман full disable собрался. Раскачал. А что ж такое-то? Что-то сегодня лаги. Лаги. Контент лаги, ребятки. Контент лаги. Без найкса. Такое будет. Reconnected. Найс. Сбил немного, да? Темп. Парень. Жалко нету блокпостов таких на минах, чтобы можно было как-то, ну, на минах что-то делать. Этот мид уже опять подпушил. Подпушил. Я в миду уже стоял. Че, вот я пришел, не знаю. Нет ли смысл что-то тут стоять. О, найс. Ну это ГГ. Че я могу сказать.
Это жесть. Второй раз прихожу, второй раз сосу. Гангать я не могу. Никак. Найс, ганги. Этот гений еще пришел. Везунчиковый. Жесть. Старт максимально голимый. Старт максимально голимый, ребята. Максимально плохой. Стой ты. Максимально голимый старт. Ну да ладно. Нагер надо. Пока там все намного лучше, чем у меня. Да господи. Я иду. Сожру. Хорошо. Ну нет, 5 секунд я не проживу. Хорошо, вот так проживу. А, и вот туда же. Жестко. Так, ну у меня есть дагер, пока скушали. Хорошо. Хорошо, вот тут хорошо сделали. Вот тут хорошо. Чел написал в лобби, когда мы зашли играть. Ну я 20 минут лес пофармлю, я потом выйду. Вот 20 минут тупо человек АФК. Никогда так не играйте, ребятки. Максимально осуждаю такую игру. Вот 0-0-0. Чел 20 минут собрался просто АФК фармить. Вообще никогда так не играйте, ребятки. Никогда так не играйте. Это не игра. В Dota это вот актив. Когда вы играете, там бегаете, да? Это актив. Dota это актив всегда. Давай потушим его, дядя. Хорош. Если бы не рутанул, возможно, даже бы и не затушили. Так, 3 силы очень мало. Очень мало силы. Леврик там фармит. Го, пробежимся. Сюда хуканем. Ага, идет. Опа, 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 опа. Чпунь. Лопнул. Лопнул, дядя. Шаман идет. Туши шамана. Хорош. Отлично. Опа, сюда. Так, пришел. Сало выключу. А, нет, все. Надо суицидить. Сало, говорю, выключу. Рут. Рот выключу. Выключи рот. Ну, пак, вовремя пришел. Нам не хватает вот этого индивидуума. Не хватает. Найкса не хватает. Но нормально. Нормально, суициднулись. Стрики не отдали. Еще 2 минуты. Еще 2 минуты. И напишем. Выпускайте Кракена. Чисто в минуту и выпускайте Кракена. Вот тут у нас есть минки, да, можно будет подхукать. Хорошо, жалко, в миду нету. А пока так не задушить. Он, ну, возможно, он в Радиенс хочет выйти. Смотрите, он собирает, походу, бабки. Жесть, он там золото лутает, да? Так, у меня что по левелу? 13. В принципе, по левелу я отыгрываю тоже. Жалко, мид теряем, да? Мид теряем. Рук мог подхилить, интересно, тэшку. Наверное, мог. Наверное, мог он подхилить, не захотел просто.
Там на самом деле пик серьезный. Я аганим, наверное, буду делать. Стандарт. Хочу сделать на самом деле стандартного пуджа в этой катке. Типа, ну, аганим, Эзериал, Тараска, там, все такое. Все такое. Ну, ты уйдешь, я знаю. Еще и змей туда воткнул. Жесткие пацаны играют. Жесткие пацаны играют там. Вард есть, да, наверное, тут? Он так близко идет, да? Как будто знает. Руть его. Хорошо. Ля. Он сначала постоял, потупил, потом пошел, потом развернулся. Как это развидеть? Вопрос. Вы всегда так делаете в лесу? Он видел, скорее всего, видели, у него стики зарядились. Значит, он меня видел. Логика та такая должна быть. Значит, он видел. Где он там? Будет он играть в эту доту? Вот таких ребят вообще на видосы брать не хочется, потому что жесть как пассивничает. Вообще непонятно, что с ними, с такими пацанами в кате делать, в кате. Вообще немножко непонятно. Странноватые ребята. Ну да ладно, не суть. Кого прыгать? Все понятно. Кого прыгать? Жалко. Жалко, Би. Вот этого давай. Давай-давай. Ах, не успел. Так, ну мне ГГ тут. Хотя я еще живой, еще регенерация есть. А нет, не живой. Ладно. Ладно. Пак со спивом, пак вообще отсюда откуда взялся? Непонятно. Давай, Найкс, давай, Найкс, давай. О, Найкс не вышло, не удалось. Удалось у Найкса чуть-чуть. Так, ну паку ГГ 100%. Что там у Найкса? О, 1-1-2 уже хорошо. Давайте за Найксом следить по этой катке. Мне очень нравится, как этот парень играет. 20 минут. Блин, прикиньте, если бы я 20 минут АФК фармил в Найксе. О, армлеты, мидасы. Армлета не хватило. Ну, но ты же молнию сделал, верно? Кто виноват? Жесть. На массу. Угораю с этого чувака максимально. Так, вот эту в помойку. На массу он соврался. На массе тут только пудж будет. Не надо вот это говорить. Так, ладно. Фассируем дальше. Вообще фармануть бы немножко. Фармануть бы немножко. Чуть-чуть совсем. Почти аганим есть. Я, наверное, тут раз 15 сдохну в этой катке. Но буду жирным. 2200, в принципе, есть уже. Вроде, да, нифига, как бы, ну, не должно быть. Арба, он, походу, будет это делать. Линку. Он фармил, собирал, походу, решил таки. Ладно, линку сделаю. Линку таки сделаю. Шаман с опсами. Шаман с опсами. Да там 100% вижен есть. Смотрите, тебе хикса просто дают и улетаешь. Ладно. Я не хочу, надо пойти дофармливать. Хорошо. Надо дофармить. Так, Лего на топе, да? Синзмит пришел. Можно побить, в принципе, Тэшку. Можно на низ сбегать. Вот так вот делаю. Хорошо.
Ух, не достал. Ну, раз раскайчу его на ульту и выйду. А, я сейчас тут меня то раскайтят. Все, все, найс, уходим. Окей. Пойдет. Свою задачу я выполнил, а там уже как у пацанов пойдет, так пойдет. Там, если бы хуком попал, уже было бы легче, а так нет. Вот хорошо было бы, если бы с ДСом играли, да? Типа, ну, преимущество какое. Прям по кайфу было бы с Дискордом. Арби стоит. Ух, ёшки. Нормально там Лего хапанул. В центре стоят. Отвратительный врыв, вообще жесть от меня. Я столько времени стоял, вот тут в центре обсерв стоят, меня крипы начали бить, спалили. Я уже решил, что... У меня КД. КД было, сори. А тут я умру сейчас, походу, да? Если даст инвизик, может и выживу. А, нормально, Ксин раскайтил. Хорош. Я тут чисто на подсосе. То есть золото. Пойдет. Пойдет. Вниз. Вот тут в центре. Опс. Че у него там? ПМ. Молния. Так, это есть. И давайте вот так вот сделаем. Курьеры полетели. Ух. Жестко. Так, ребят, на самом деле по игре пока нифига не понятно, что да как у нас. 15 левел у меня, 16 у пака, хай левел пак сейчас. 15 левел у Ксина еще. В принципе, по левелам у нас немного пободрее, я так смотрю. Там шаман 9 левел. По левелам пободрее. Это хорошо. И что у нас по силе? Сила у нас 35, в принципе, на 26. Ну, немного, но, в принципе, пойдет. Много зачем нам? Нам зачем много? Нам много и не нужно, говорили они. Много нам и не нужно, говорили они, но хочется побольше. Хорошо. Хочется побольше. По лежижон идет, лежижон. Леджион. Я лагаю, все, не могу легиона убивать. Есть. Лагаю. И это мой интернет, ребята. Так, ну Лего уписився. Убежал. Го пушить. Надо не упускать любую возможность. У нас, смотрите, 23 фрага, в 15 из них я участвую. Это значит, что я где-то в 80% драках я участвую. Это самое главное. Мне нужно, чтобы присутствовать в радиусе 300 единиц, чтобы хапать силу. И все. Будет все огонь. Будет все огонь, но я не участвую совсем. Совсем не участвую. О. Не достану. Ну, естественно, далековато. Слишком далеко я был. Че, мне залазить туда? Варды с тобой. Так, в общем, что делаем? Я не знаю. Вот, если честно, вот, это единственный, наверное, такой видосик рубрики «А что если?», который я, в принципе, не знаю, что мне тут делать. Как, без, как правильнее чего. Не, ну, даже не в том, что как правильнее. Подвяжешь, я хукану. Я змей посношу. Или нет? Ну, это ГГшка. Хорошо, это живушка. Ну, я еще живой, я розовый, теплый.
Я еще живой, я розовый и теплый. Во, найс. Я еще живой, я розовый и теплый. Выжил? Не знаю. Надо было сразу шамана схавать, но все, не буду ошибаться. Тогда хаваем сразу шамана и идем. Во, пусть камбэкают. Критуля. Найс крит. Найс крит. Найс крит. Наша задача то тут вообще в дефе играть. Силу апать. Next Azerial хочется. На ХГ не знаю, как они будут заходить. Да леориком зайдут. Спасибо за подписку. Вот так вот там. Товара у нас попадали, конечно, по-страшенскому. Круто было бы вообще и ул сделать. Там столько кайтов можно делать. Но я сразу в лейт-гейм хочу нырнуть. Золота нет нифига, если собирать все, в принципе, по чуть. Год драки. Хочется драться, не хочется, чтобы эта игра была пассивная. Эту катку будем в 90 минут тянуть, я так думаю. Линка есть, да, пак линка. Пак линка. Пустить я его не смогу, желательно чем-то сбивать бы. А чем сбивать? Да стики в помойку нафиг. Тут вард у них, это понятно. Все, ушел. Угу, здорово. Здорово, бро. Вот так вот, а там еще лего. Сейчас меня нарешетят. Ох, ёшки. Жесть. Не знаю, почему я там... Ну, типа там, вы поняли, я наперед, он рутит. Классика. Можно было, кстати, раньше поагрессивнее прыгнуть. 6 феникс чистым уроном меня сжигать будет по-страшному. Сколько бы у меня хп не было. Ужастик. Ужастик. Хуки, конечно, сегодня царские. Не, ну не все, не, нормально. Когда у тебя винрейт... Винрейт, вернее, хуки по 70% еще, если ты когда от каталажки хукаешь, то это ж норма. Это норма, дорогой. Это норма. О, здорово. И зачем ты взорвал его, дядя? Дал бы мне. А можно просветить по сипке. Пуск стоит. Феникса боюсь. Если драка начинается, будет крайне тяжело. Румагас. ХП нет пока что. 30 хп регенерация, нормально. Пайп было бы круто сделать на начальную стадию здесь. Реально очень круто. Поясняю почему. Потому что там Феникс. Очень много дэмэджа вносить будет. Оп, давай этого сюда. Так, ну я тут сдохну 100%. Ну, Леора сольем. Сливаем еще раз Леора. Найс, меня подсейвили. Ук. Оп, божественно. О, отлично. Че, на вставочку на Ксине хочет сделать? Не стыдно тебе? Ты. КД, у меня КД и дагер КД, и то КД. Туши. Хорошую драку сделали. Сила есть, ума не надо. Лол. Хорошая драка, сила есть, ума не надо. Так, найс. Работаем. Подпитка есть. 130 силы. Ну, 3к хп, маловато пока. Там 2000 на 20 еще как-то нормально было. На 23 там на какой. А, сейчас уже маловато, видно. Недоборчик. Недобор массы у вас, уважаемый. Давайте хильнемся по-здравенькому. Хорошо. Хильнулись по-здравенькому. Есть и Зырил.
Ну тут будем тянуть. Тянем в сотую минуту, ребятки. Будет жестко. Хекс надо будет делать. Для пака надо будет хекс приберечь. Сотую минутку. Кура летит. Хотел кусь-кусь сделать. Не дает. Он полетел. Полетела кура. Курва! Эх, чуть-чуть дальше бы, да? Чуть-чуть дальше бы. Че, они в ХГ сели, все? Не хотят доту играть. ХГ, походу, сели. А тобе пойти фармануть? Или... Да, наверное, тут подраться бы. Я вот честно вот хочу драться по КД на ПДЖ, потому что мне нужно апать пассивку. Пассивку апнули, прям по кайфу будет. Лёрика даггер. Пассивку апать. Неплохо. Неплохо. Не стал он добивать кату почему-то, как будто знал, что тут. Либо вот тут надо прочекать. Давайте поставим. И ничего это не стоит, на самом деле, прочекать. Вот здесь надо ботл скинуть. Ботл мне уже нафиг не нужен. Надо заниматься плотно вардингом. Плотно вардингом позаниматься. Нету ничего, да? Да куда ты арбу кидаешь, дядя? Вот я вроде посмотрел, вроде ровно летит, не? Найкс во мне? Че не вылазишь? Не хочешь Найкс вылазить? Красава, бро. Трэп. Жесть. Я не знаю, почему Найкс не вылазил. Довольно-таки странновато выглядело. Довольно-таки странновато выглядело. Ну да ладно. Не знаю, какая-то какой-то тупизм, а не игра максимальный. Максимальный тупизм. 33 фрага, 37 минута на всю тиму. Не очень динамичная игра. Обычно, блин, на таких минутах уже там по 50 фрагов, знаете, там вся команда натушила. Вообще по кайфу. По кайфу. Найкс, молодец. Что Найкс собирает вообще, жесть? Доминатор. Драка, нужна драка с Ксином. Опять ты в меня залез, ты ж не вылазишь, когда надо. Нужна нормальная драка. Ксин в драках не хочет участвовать. Не знаю, он просто фармит. А типа тот смысл затягивать 90, надо же как-то силу апать. Я не понимаю просто, как апнуть силу, если мы не деремся. Больше силы, тем больше ответственности. А сейчас опять тот же самый исход будет. Я БКБ сделаю некстом. КБ next там сделаю. Два раза сольем его нафиг. Пуши его нафиг. Хорошо, есть.
Встань, не постоим, и погнали. Байбэкнулся. Ля, ББ. Байбэк жмет. Хорошо. Ой, какой хук хороший. По кайфу. Давай его еще раз куснем. Ух ты, меня на дуэльку взял. Поможи, дядя. Не дал, да? Не успел. Эжи. Жесть. Чуть-чуть не хватило. Нормально, такие файты. Вот этими файтами и сделается сила на самом деле. Вот сколько сейчас? Вот 4 игрока подохло, все это под пассивой, это по кайфу. По 2 силы, по 2,5. Вот и все, япается. Япается. Грязь. Грязь. Там Ксин, наверное, думает, блин, зачем я прыгнул? Не, ну там надо, да надо драться, но что это за игра тогда? Я, если честно, вообще не вкурил видос этот. Типа, ну, 62 силы, это мало. 40-й. 62 силы. Радиенсу Феникс. Феникс вообще крип для меня, я его с комбинацией убью. Можно вообще сделать так, что не драться. Пусть пацаны сами начинают. Я нападу, сожру его сразу. ПКБшку сделаю, наверное, сейчас. Золота нету сейчас в драках. Не знаю, почему не апаю золото. Вообще никак-то сейчас. Вроде убили там 2 фрага, да, и шамана забрал. Еще что-то за шамана вообще ничего не дали. Странноватая тема. Он идет. Удашки. Хорошо. Идет вардить, да вардить. Будет минку снимать эту. А, он не будет эту минус снимать, да? Хорошо. Шиву Феникс купил. Хорошо. То, что я люблю. Феникса как крипочка. Тут вардик снять бы. Сейчас снимем. Снимем. Там пак. С паком не факт. Что снимем. Так снимем. Хорошо. Хорошо. Найк, сбей, у тебя домик. Доминатором Найк это, конечно. Ой-ой-ой. Бела Мольге. Дайте мне. Бела Мольге. Че там, 147, 180 силы? Давайте как Тиника сделаем пуджа, да? Пудж с силой Тиника, да? Получается у нас видосик. Так и назовем нафиг. А то непонятно, что пишу. Ребята там, ребята одно подумали, я другое. Глухая оборона вообще у нас, типа, мы должны были в дефе сидеть. Вообще, глухая оборона подразумевает, что мы должны сидеть в дефе, и они не могут зайти. Вот что такое глухая оборона. А у нас что? А у нас что? Прогрессирующая атака. Это что такое вообще? Да как это доту называть? Как эту доту назвать, если прогрессирующая атака? Это мы, вы заметили, мы идем драться постоянно. Ну, и потому что мне на пудже надо апать силу. Мы не в дефе сидим. Мы идем. Мы идем. Феникс хочу кушать, кушать. Кушать, кушать. Феникс хочу кушать, кушать. Кушать, кушать. Фениксу. Кто на топе? Пуст на топе. Я ему линку, если сбиваю, кушаю. Нормально, вкусно. О, рядом с деревечками. Подходит, умирает. Ля, какой, а? Да зачем ты вылазишь? Я же сам справился. А сейчас ты вот в ситуации некомфортной, да? Не вылазил бы, был бы киндер-сюрпризом. Не могу хукануть. Печалька, отойти надо. Остался бы киндер-сюрпризом. Что там кидаешь? Файры бласты. Оп.
Красава, бро. Ай, ладно. Ух ты. Ух ты, вот эти, блин. Вот эти, блин, дела вообще мне не нравятся. Так, ну найс, 3000 золотых апнули. И силу апнули, самое главное. Я сюда за силой захожу, 4000 хп. Без артефактов на хп. Хорошо. 4000 хп без артов на хп. Отличная драка. Хорош. Сила растет, ответственность тоже растет. Хорошо, 3500. Я, наверное, все-таки бики-би сделаю. Сейчас тут фарманем, да? Погнали на низ. Ага, на низу уже все зафармили. Че круто было бы тараску сделать, да? Чисто жир. Но там феникс, видите, феникс сжигает. Вообще страшная сила. Тараска. У меня 200 дэмэджа уже как у тиника второго левела есть. Же есть. Так, тут похилимся. Оп, найс. Хорошо. 4000 золотых. Вообще круто было бы на самом деле БКБ, потому что там файты такие. Давайте сделаем БКБ, потом уже тараску, типа, не суть. Если что, потом две тараски БКБшка меняем. БКБшка посядет немножко, купим тарас. Почему нет? Ну, они вообще забиты в угол. По страшной силе. Там у пака только хекс. Узко хекс. Хекс пак. Пака хекс. Сюда куда-то примерно. А нет, не попал. Раньше что-то надо было. С блинком, возможно. Есть ли тут вижена, интересно? Тут чекнуть бы. О, здорово. Здорово. Куда, 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 куда? Уйди, уйди. Хорош. Дубль 2. Дубль 2, нет никого. Сейчас будем заниматься... Ловли рыбы, назовем так это, ловля рыбки. Быстрый улов делаем, называется. Ну, вряд ли попал, потому что так. Таргет у меня сначала, я нажал в него, он зашел в инвиз, у меня сбился таргет. Еще раз пока перекликал, уже не варик. Не варик было. О, здорово, а ты что тут делаешь? Этот грибчик. Можно леорика слить разочек, да? Чисто через этериал там кнопочку нажать. Я не хотел хукать. Я отменял. Мана кончается уже. На эти хуки. У них по-любому хайграунд засентрен уже. Засентрен. Так, есть. Странноватая игра. Игра называется не пушить просто. Не, ну тянем на самом деле в late game. Чем дольше, тем лучше, да? Только надо силу собирать. Ну как, куда без силы, ребят? Ну серьезно. 22 левел, 167 сил, не серьезно. Не серьезно. Вообще. Здорово, Лего. Бро, ну не ведет. Не ведет, бро. Ай-яй-яй. Майк залагал, да? Ломай на руфе.
Промахи летят. Хорош. О, это плохо. А вот так получше будет. Ой, не задамажил, да, прикинь. Не убило. Там худы пайпы все смягчают. Это называть надо глухое нападение, катка. А что если странная игра? Да? Да, блин, взрывает он часа. Мне я экспу не... Ой, экспу, силу не апнул. Вообще не апнул силу. 162, 169. Пойдем на базу сбегаем, ребят. На базу сбегаем. Гем. Тревел возьмем, наверное, давайте. Второй сапог, это будет тревел у нас. Пусть тот сапог регенит. Пока просто денег нет, и не вижу смысла продавать. Чем я буду заменять этот артефакт? Поэтому берем второй сапог. Вставляем ТП сапог и оставляем Транквилу. Просто чтобы было пока. Прикиньте, Руфу бы сейчас этот, Аганим бы. С Аганимом как бы он всю карту завариживал сейчас. Вообще пушка была бы. Классно было бы ему. Так, син 6 слотов, да? Хорошо. Хорошо. Там легиона вообще не везет. Я если прыгаю, там даю хук, и он постоянно попадается. Но там вообще вывод такой был. Либо в шамана, либо в легиона хук. Так, ну мне 16 ассистов по кайфу. По кайфу. По кайфу. Я уже думал прыгать. Ребята, далеко могу сфидить. Могу сфидить. Феникс там под шивами. Тоже линкут пытается сделать, походу. Интересно, насколько близко я там попал? Там еще и шаман лух был остался. Ну просто кошмарим их. Не знаю. Хорошо. Второй раз будем тушить? И второй раз не будем. Но я БКБ всадил. Хреново рапиру отдали, да? Ксин прилетел, найс. Не могу, блин, залететь туда. Хорош. Ой, хорош. Феникс байбек, не пуш. Не пуш. Нормально силы апнули с доровским. Есть роша. Хорошая драка в минус 4. Но у нас байбек был. Бэк был. Отлично подработали. Жесть, они там по 13 раз подохли. Даже я еще даже не догнал их, поняли? Даже я еще что-то делаю. Феникс дефает в этом глимере. Если он плотненький. Не в ту сторону. Я думал, знаете, как там на водоте, да? Вау, вау. А он, оказывается, он вот так полетел. И вниз. Ах, дядя. А Егу возьму. Беру. А Егу я беру. Оп. Хорошо, вот это мы возьмем. 4700 хп уже будет. 185 сил уже. Я уже тиник. Хорошо.
по урону. Второй ЛВЛ Тини. Хорошо. Это радует. Табличка стоит. Бубух. Бубух. Феникс такой хитрый. Хитрый жук. О, здорово. Задиспейлил дядя. Так, но у меня еще есть Аега. В принципе. Жесть. Она там со сплэша с буризой уничтожил просто. Интересно, сколько я силы с этого. Ну, 191, ну пойдет, вроде норм. Расчистил просто. Ксин у нас. Ксин в главных ролях. Расчистил все. По кайфу. Что-то еще надо, чтобы жить. Тараска. Тараску возьмем. 5000 хп уже есть. Грязнючая катка. Блин, зачем я подпушиваю нишний дефит, ё-моё. А, все, все, фен дефит. Леорик? Нет, не Леорик. Так, Тараску говоришь, да? Хорошо. Тараску делей. Есть. 5000 хп, ребятки, имеем. Но это еще Тараски нету. Сейчас Тараска будет. Ну, в принципе, без хп. Ну, БКБшка, да, видите, БКБшка тоже силу дает. И Зериал дает немножко. Аганим немножко дает. Все по чуть-чуть, и выходит 5к. А потом, если что, пересоберемся, возьмем Кирасу, Молнию. БКБшку, может, оставим. И у нас получится тот же самый Тини без мобильности, но с огромным уроном. Непонятно. Ля, это что такое? Это шо? Это шо? Это что такое? Ой-ой-ой. Сосиска травомана. Чего? Хорошо, не пиписка. Лол. Так, 6к хп тарасенция есть. Низ у них уже. Крипы подработали. Потушим с руки сначала. Под трэпом. Хорошо. Го фена спривать. Пейте, ребята. Ля, резнулся все равно. О, здорово. Опять лего, бедолашка, бро. Ой, бро, ну что ж это такое? Ну вот сюда куда-то побежал. Не знаю, куда шаман побежал. Братан, у меня 3к хп. Мне все равно. Мне все равно. Три к хп, мне все равно, честно. Ару. Жесть. Чисто случайно, рандомно. Так, ну 58 минута. 50 минут уже, ребятки, колотимся. 60 минут, ю. Блин, надо чуть наперед на отход хукать, походу. Отход. Угу. Гем. Да, Руфу бы Аганим бы взять. Руфу бы Аганим взять.
одну маночку принесем. У меня личный курьер, как-никак. Можно взять, кстати, с доминатора волка. У меня жесть как дэмэдж скаканет. У меня же родной дамаг. 200 силы почти. 200 силы. Пуш — это ходячий контент на самом деле. Если так задуматься. Go fight. Надо подраться. Не успеваем Феникса сбить, да? Феникса не успеваем сбить. Леорик, обычно все с Леорика начинается. Обычно все начинается с Леорика. Ай, жесть. Чисто Vision подработал, называется. Vision подработал. Леночка там залетела. О, здорово. Подраться. О, найс. Да господи, я когда-нибудь по... Вот и жести силы не собрал. Только с фена сейчас силу собрали, бэ. Не надо под колодцем, бро. Ставь. Так, этого скушаю, хорошо. У меня 6к хп, типа мне как бы все равно. Господи, вечные хиксы тупо. Да. Ай-яй-яй. Печалька. Что это тут это делает? Хеназиест. 61 минута, ребят, кстати. Сейчас фиданули, очень много золота дали. Очень много золота дали. Да, вот понимаете, да? Чем занимаются мои подписчики, когда играют за меня? Вот просто посмотрите на это. Что он делает? Хеназиест пишет. Хен. Тут вообще жесть какая-то. Так, чем у них по артефактам? Хиксы, дискорды, фазы, пайпы... Хорошо, там линки из-за линок очень тяжело кусать. Легу скушали, не знаю, как они мне тут разрешили легиона укусить. Чё по силе? 100 силы. 100 СТР. Бонусное 100 СТР получил, Ёж. Подает. Ай-яй-яй. Жесть, нас. Сейчас пойдет по минному полю. Леорик пошел дефьюзить. Крипы пошли. Че происходит вообще? Бэм. Мало-мало мин тут. По пути мин мало. Так, ну что, у меня есть пикиби, да? Пятисекундка. Круто было бы, если бы можно было бафнуть аганим. Было бы офигенно. Так, 3600, да? 201 сила и плюс 90. За скриншотим, да? Фига нормально. Хен. Ох уж этот хен. Не, ну нормально, это просто нужно, знаете. Вот чем заниматься, да, когда вот такой вот темой заниматься. Вот, все вот так берете и фоткаете. Бред. Го драться. Го. Найс, фоткаем. Да,
Найс. Погнали. Так, ну что, да прибудет с нами сила. Погнали, файт. 63-я минута, ребятки. Насколько нас хватит? Мы еще даже не дефились, а уже, если честно, уже подустал. 60-я минута игры. Жру вот этого. Туши его. Хорош, вот этого. Отлично. Ну, замедляю как можно. Сейчас тут будет ульта. Туши, туши, сейчас фистом. Ты так, 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 так. Ой, хорош. Хорош. И вот этого туда же. Ой, и шамана туда же. Бро, давай. Да. Хорош. Мне б не сдохнуть, тут силу апнуть. Найс, отлично. Найс. Надо задефит, дефит. Змей. Подрабатывать надо тут. Ластхитить. Оп, хорошо. Зачем, зачем? Оставь, ты че, они ж запушат. Оп. Работаем чисто на этот. На команду оппонентов. Хорошо. Че там, уже рез 20 секунд, да, можно уже толкнуть, в принципе. Сейчас муншарт возьмем. БКБ очень сильно помогает, кстати. БКБ сильно помогает. В начале, когда прыгаешь. Нормально. Так, во, муншарт. Муршант. Муршант, чтобы сбивать яйцо. Сколько силы у нас, ребятки? 213. Почти, я почти тини, 250 почти уже. Почти 250 дэмэджа. О, найс, я залагал, как обычно. Надеюсь, я не пойду под колодец там. Бывает. Я, скорее всего, там буду отъезжать сейчас. Я лагаю. Жесть. Да, найс, дота. Конченый интернет, как они достали уже, вы даже не представляете. Такое постоянно. Я, если честно, я бы тут выжил, я не успел БКБ нажать. Не знаю еще, почему не успевается нажимать. Что за хрень? Не успеваю нажимать просто. Блин, мне бы сейчас байбэкнуться, да, силы собирать. Круто было бы. Лёрика грызут, там яйцо нету. Яичко. Яичко. 67 минут. Никто дефать не будет. О, бежит на коне. Всадник на коне бежит дефать. Блин, жалко, силу не собрал, да? Мне кажется, я даже в обычной катке больше силы собирал, чем в этой. КЗ. Жесть, мы их просто 70 минут в прессинге лютом держим. Там жесть, смотрите, что. Мины в меду. Да, но мне некуда ложить. Чё за кринж?
Самая долгая игра в доте, да? Пойти чай можно попить, ноги пойти помыть. Иди бери, а я его забирай. Точно, кстати. Гем. Хорошо. Забрал ген таки. Ой, а Его. И сыр там еще. А мы думали, а Егу настакать. Ну, ломатель контента. Такой скилли. Прикинь, 5 аегисов. Вышли бы. Так, там пак на меду. О, здорово. Ждем 5 рошанов. Жесть, вот кринж, конечно. А ты какой, посмотри, а? Тех у кого ворач. Ну, тут где-то варты стоят, в любом случае. Ночь сейчас, вообще не видно ничего. Кроме задницы голой, ничего не видно. Жесть, они просто тупо в дефе сидят. Это чисто вот, ну, не пуш называется кат. Катка, где мы не пушим. Так, 4500. 6000, да? Леген, я пойду возьму. Адопс. Жесть, что за хрень? У нас видос называется «Глухая оборона». Это что, глухая оборона вообще? Что это? 70 минут игры. Куда? Рапирку дает он, там две отдаешь ты, дядь. Зачем две отдаешь? Хорош. Пойдет, живем. Туши шамана. Я лопнул чисто. Там, ну, рапиры там, там по рапире тупо. Смотри, пошел, пошел. Там рапиры. Тупо рапиры. Так, ну глобу бацкнемся. Глобу бацкнемся. Иди сюда, дядь. Да ты шо? Что за станы, дядь? У тебя шо, линка что ли? А че, подожди. Лол. А как он меня в дуэль взял? У него же... Как он взял меня в дуэль? Если я его начал жрать. Да уж. Прикиньте. То есть это получается... Я начинаю кусать, кусаю, и в это время дается дуэль. Найс, крутая механика доты. Круто, мне нравится. Круто. В итоге я силы вообще не собрал за байбек. Ну вы поняли, да? Так, 75-41, жесть, 75 фрагов. 250 минут игра. Будет.
Уже голова начинает ныть. Минер там чисто кофе пьет, вообще тупо сидит, ничего не нажимает, такой чисто пьет кофе, отдыхает. Там зеленка. Шаман пушит с топориком. Нифига себе. Шаман пушить пошел. Тар-та-тара-тарарар. Да, это жестко. Так, две рапиры у нас еще, да? Мы же их позабирали, правильно. Правильно, что нам париться. Кто там по миду идет? Феникс. Блин, вообще в голове не укладывается, как только что там. 22 тысячи золота у Ксина. Жесть. Жесть. Прикиньте, сколько у Ксина фарма сейчас. Вообще ужастик. Золота очень много. Руфа одеть. Октарин ему дать. Что это за буква Г? Что за извращенство? Так, шаман там девардит, надо пойти кусануть. Так, или нет? Соло не надо идти там, наверное. А, четвером девардит. Четвером девардит, пацаны. Хорошо. Минус гемчик. Минус гемчик шаманчика затушили. Не попали. Так, 3500 золота. Я сейчас не знаю, БКБшку Тараску. Тараску сделать. Ну, видите, файтов нету, и особой силы-то нету. Сила-то берется с файтов, а не с фармом. Вот если прань, как раньше, да, вот эти старые версии, там бы, конечно, за крипчиков, да. Там бы я силы наколотил бы. Тупо работал бы. 24 на 7. Чтобы силу колотить. Тараска, легион. Немного хп на самом деле. Сама фишка чисто затянуть. Затянуть катку. Тупо тянем. Все шестислотовые. Блокпост. Фармить что ли тогда хотя бы. Я даже не знаю, что тут в катке делать, да? Типа фармить или что. Ну и тупо тянем. Затягиваем катку. Эти бараки не регенятся. Давай драться. То кого Олега в БКБшке. О, ну все, Феникс перехиливает. Джи-джи. Жесть. Фен перехиливает, фен, жесть как. Как меня фен пилит. А вообще очень страшно меня пилит. Ужастик какой-то. Тупо вот с Легионом деремся. Сначала я его начинаю сливать, потом вижу, я уже не могу сливать. У Легиона хп уже начинает восполняться. Ну чисто Феникс. Грязь. Грязюка. Грязьбука. Грязьба. Да надо вместе собраться вот это, заниматься. Ты что-то как-то почуть. Ребята не понимают, что надо. Мне надо файтиться, чтобы силу ап. У нас основная задача то какая? Я даже не знаю, какая основная задача у нас.
250 минут. Жесть, 250 минут задача. Что если в доту сидеть играть 6 часов, да? 6-часовая дота. Жесть. После 120-й крашит. Будет забавно, если дропнет. Ой, жесть. Это что-то жесткое, пацаны. Пак ходит до варни. Прикинь, если попав. Глаза лес. Глазочки лес. Так, ну БКБшки нету. 4000 тараску сделать. Силы вообще нету. 130. Мало, мало. Файтов нету, нету силы. Нет ответственности. Нету силы, нет ответственности. Пусть, да. Пошло не по плану. Чё, тараску брать? Ай, лего меня уничтожает. Еще кирасу сделать. Давайте тушанем, найс, минус 2 сделаем, силапнем. Ну, зря я, наверное, хава, ну хотя раздамаг хороший. Хорош. Во! Во! Сила пошла. Найс. СПС. Сила пошла, ребятки. В центре. Гос, так хотя егисы, пацаны. Тараску хочу. С тобой квешка. Ждем, когда Роша напнется и пойдет им сам наваляет. Так, это мы продаем. Это мы продаем. Две тараски. Вылез под хук. Прикинь. Минирует. Вот мой 11-16. Недовольный парень. Давай минировать, или я тут сейчас тоже заминирую. Ай-яй-яй. Чай поставил там, сорян. Кринж тупо. Го, поможи Найкса делать. Иди сюда, дядя. Ой, жесть, меня сейчас изрешетят тут на самом-то деле. Хорошо. А Феникс сожжет меня просто. И не знаю, он так нереально жжет, это жесть. Феникс. Вот я забанил некро, да, но Феникс, они тут там не просать всех героев.
выдавать баны. Давай. Куда ты хукаешь, дядя? Атаку надо, он без реса. Зачем он же без реса? Он же без реса, зачем? Шаман по топу идет с гемчиком. Го, шаман. Хорош. Оу, не надо, дяди. Я пошутил. Хекс, давай. О, здорово. Хорош. Лёрик с ресом уже. Туши его. Туши, сила нужна. Чем больше сила, тем больше ответственность. Фен идет. Фена нету кнопок. Хорош. Не-не-не-не-не. А, ну да, в принципе, можем. Найс. Линка вовремя восстановилась. Уходи. Уходим. Уходим. Жесть. 8к хп даже не дотягиваешь. На рутге. Ну почти тиника сделали, да? Вообще, основная задача у нас была, ребятки, напоминаю, чтобы мы дефили. Глухая оборона видос должен называться. Но у нас получается такое, что мы не пушим тупо. Глухой пуш, что ли, как называется, не знаю. Глухой пуш. Я без ББ. Что там аегисы копятся? Сырые аегисы, мины. Низ у них сломали, да, крипа? Попломается. Ох, что-то лежишь он. Так, да. Да, так работает. Зачем, дядь? Ты что? Сиди, отдыхай спокойно. Шатататат. Не напрягайся, Вась. Найк, слой вылез, кусаться. Честно, я уже устал, ребятки, это играть. Не знаю, зачем мы это играем. Это жестко, ребятки. Фу-фу-фу-фу-фу, ребята. Это жесть. Такую доту я еще никогда не играл. Она настолько скучна. Что жесть.
89-я минута, ля. Прикинь, 89-я. Честь. 89-я минута. Это что такое? Устакаем Аегисы, походу, да? О, шаманчик. Не попал. А, не попал, попал. По-моему, попал в конце. Во-во-во. А, нет. О. So close. Ждем next Аегисы. Что если стакнуть Аегис? Тысяча золотых. Что-то хочется купить такое нереальное. А золота-то нет вообще, ж ничего не дают. Пойдем, вот это перехват. Это перехват надо сделать. Ах ты. Вылазь бы тушить. О! На сеточку его. Не видно телепорты, когда в глимере постоянно их не видно. И вот он даже не видно, как он его заюзал. Это такой бред. И не знаешь, ТП-шится он или нет. Даже никаких опознавательных не имеется. Даже никаких не имеется опознавательных. Жалко, у нас нет детекшена. Да у нас все шестислотовые, зачем нам детекшен, правильно? Силы чуть-чуть апнули, 250 сил. 7999. Это прям как на распродаже в этот, знаете, в магазине что-нибудь там. 7999. Вон, резнулся. Я хотел хукануть Рошана. То есть. О. Хай лежит. Ну, Леорика сожрал просто. Это вы видели таких пуджей вообще? Леорика тупо сожрал с ульты. То есть вот пуш 250 сил, казалось бы, да? О, есть гемчик. А, не уйдешь с ТП. На этот раз у нас гемчик рядом есть. Он постоянно так уходит на телепортах. Найс. 92-я минута, ребятки, пошла. У нас тут сырые аегисы есть. Все нормой. Все отлично. Все отлично. 8к хп найдется. Карманчики имеются. Там, наверное, ребята, когда войсят, знаете, проверяют, что там хен, пишет что-то или играет. Они, наверное, думают, нифига там потная катка. А тут на самом деле, что мы играем? Мы сидим просто, афкашим. Довести противника! Но лива из-за времени игры. Найс видос. Жесть. Найс видос. Довести до лива противника. Дай укушу, да? Кусь-кусь хочу. Я тебя все равно поймаю. Так, блин, когда я ушел. Антихак систем.
МХ. Так вот, курочка наша. Мы куру тут ловим. Я укушу ее. Ах ты! А в смысле не укусил? Лол. Не укусила куру, почему она не замедлилась? Странно. Чё там феникса дропнула? Неинтересно. Ну, такое. И она дропнула. Вот это в план мой не входило, ребятки. 94-я минута. Найкс выпрыгивает. Злющий. Опа, минус Найкс. Попробуем засейвить чувака. Все в него дали. Я с байбеком. Я с бубацком. Там Лего бегает. Печалька. Умер, умер, да, звук был. Умер, звук был. Я не буду змей кушать. Вкусненький леорик. Сейчас мне походу сделают вкусненький леорик. А еще лего. Нормально, 1 в 5. 1 в 5 прыгай, ладно, 120 секунд покурим. Ой-ой-ой. О, все, пошел, пошел. Атаку. Сейчас посмотрим, пройдет он тут эти мины. Наверное, взорвется. Ну, крипчики сейчас повзрываются, да? 1000, бах. Глухая оборона пошла, наконец-таки. Смотрите, что происходит. Просто я такой, не, ну я пошел обратно. Ой, бро. Еще минки, бах, бах, бах. Ой-ой-ой, че же, что за, блин. Взрывоопасная тема. Ля, там, у него там два гема. У Руфа. Куру. Заберу. Пак, лук берет какой-то. Стрелять, походу, будет с луком. Хорошо. Все, пошел у них. Ну, у них сейчас их четверо еще, им вообще тяжело будет дефаться. Жесткая катка какая-то. 150 силы. И 50 тысяч золота у Ксина. Нормально. Что там Руф понаставил бардов. Карты видеть. Ну тут хен написано, это понятно. Леорики там бегают по лесу. Ну уж террасу какую-нибудь взять, не знаю. 6 бабочек пуч. О, 5 бабочек на пудже. Колодец. Да, думаю, надо. Го бабочек покупать, пацаны. 3, 4, 5. Жесть. Это жестко. Так, это значит помойка-приемник. Хорошо. Аганим никак не разобрать. Изериал. Разберем. Изериал тоже так же. Тараска. Тараску в помойку. Хорошо. Еще Тараску. Тараску в помойку. Отлично. Так, бабочки. Бабочки, значит. Бабочки. Бабочки. Раз. Два. Три. Четыре. Мне на 4 хватило. Еще надо. Одну.
5К надо. 4К. Оп, найс. Еще. Что за дела? Что мы вообще делаем? Еще 300. Все. Так, и что там у нас? Талисманов и Васион есть, да? Иглхорн. Все, найс. Огони возьмем. Это же сейчас будет неповоротливая фигня, которую не законтрят. Во. А егисы там? Позабирал он, что ли? Жесть. Аганимчик понадобится. Ля... Пусть тебя в стриме захейтят за это. Так, ну что, пуш готов. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот это жестко, я понимаю. Вот это дота. Вот это дота. Я что, МКБ, что ли? Не. А как ты попадаешь по моим пуджам? Я не понял. КЗ Еваси он. Нету, как будто. Видели, да? Смотрите. Попадают. Шестую, что ли, надо? Я помню, багалось, короче, 5 бабочек. И, типа, ну... Когда у тебя 5 бабочек, тогда, типа, нормально работает. А когда у тебя 6 бабочек, работает некорректно. Смотри, попадают прям каждую. То есть... Найк сбракован. Что за фигня? Так, вайбека у меня нету, если сдохну, го, поможете. Не знаю, может из-за аганима как-то багается. Вискет Суск. О, Леорик там затушил. Хорошо, гоп. Туда. Не умри! Да не, попадает по мне колодец. О, ой, колодец. Ломай! Глиф. Нажать глиф, чтобы засейвить колодец. Да. Жесть. Деф, парни. Надо деф идти. У меня байбека нет. Я долго идти буду, блин. Что за кринж? Так, минер на деф. Все, деф эти. Я долго. Так, минер у ГГ, да? Опа, пошла. Глухая оборона. Глухая оборона дала сбой. Ай-яй-яй. Я иду, что делать? Бегу. Беги. Красавы. Вот такая у нас получилась, ребятки, катка. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И тащите вместе с нами. Да, найсовая катка вышла. 103 минуты. А как вам концовочка? А? Ничего ж на. Ребятки, вот такой вышел видосик. Смотрите сами. Если честно,
вообще вся игра была максимально скучная, вообще максимально скучная. Пуджумы настакали 152 силы. 152 силы, но, если честно, не было файтов нифига. Максимально не было файтов, и силу мы пропать жестко не смогли. Где-то у нас погрешность была какая-то. Игра дала сбой, и все-таки мы немножко не туда повернули, да? Странно, почему по мне попадал колодец еще, довольно-таки непонятно. Короче, я не знаю, как этот видос называть, но это, наверное, самая кринжовая катка в мире. Ну, ладно, 103 минуты, непонятно чего. Так и назовем эту игру. Ребятки, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите Хинанса и давайте, ребятки, всем до скорого.